В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера над 15-летней девушкой. Все произошло в ночь с 12 на 13 января, когда мама пострадавшей была на работе. В совершении преступления подозревается сожитель матери, 38-летний Амич, 8 раз судимый за кражи. Сейчас школьница находится в больнице. Следователи устанавливают все детали преступления. После того, как мама вернулась с работы, то девочка рассказала о случившемся, сразу была вызвана скорая помощь и сотрудники полиции. В это время сожитель матери уже ушел из дома, и где он находился, не было известно. Через некоторое время, когда приехали сотрудники полиции, во время проведения разыскных мероприятий мужчина был обнаружен на соседней улице в неадекватном состоянии, сидевшим, забравшись высоко на дерево. А с помощью сотрудников МЧС он был снят с дерева и задержан.